прямо, да, да. Мы на Чкаловском пляже, здесь такие медузы. Медузы и рыбки. Даже почера кулады, здоровая, блядь. Не так круто, попадешь на нее лицом. Была такая ситуация, короче, пару дней назад, понял? Тоже прыгал, короче, четко медузы сдала лицом. Сколько потом? Часов 5, кому у меня жгло все морда, да? Ага, еще три чихал. Еще и чихал, короче, вообще в наубой. Вылезаю такой. Помню, просто плыл. Чисто в медузу залетел. Как же интересно. Это экстремальные прыжки в воду. Ну их здесь десятки, сотни, наверное. Во, Котя. Смотри. Во, плывет, видишь? Прыгай, покуда плывет, я оттолкну. Делите вид сделать. Смотри, какая вся длина. Тут я не знаю. Я видео все еще. Да подожди. Сейчас это будет этап прыгать. Пока что прыгать, как раз. Что за винт? Давай. Я боюсь ее тронуть. Потрогал? Вот как вы нас учили в комментариях, мы потрогали ее сверху и даже поиграли, поздоровались, да? Мы просто увидели, как мальчик ее пытался от берега туда в море оттолкнуть. О. Она все равно разворачивается, да? Как локатором. Все здороваются с медузой, все ее гладят. Морской обитатель. Да щупальца нельзя, а вот вверх можно. Щупальца не положено.